Каждый десятый трактор в мире белорусский. В преддверии дня машиностроители лучших сотрудников чествовали на Минском тракторном заводе. Продукция отрасли – давно визитная карточка нашей страны. Отечественную технику покупают не только в СНГ, география свыше 150 стран. Над производством сельскохозяйственной техники трудится больше 17 тысяч человек. Работу лучших отметили наградами, среди них и молодые специалисты. Я здесь работаю только год. Сложно, да, трудиться надо каждый день. Я инженер-программист, я пишу программы, аналогично я так поддерживаю пользователей, то есть я их консультирую, решаем мы с ними разные проблемы, которые у них возникают, ну и обучаю. Приятным дополнением к признанию заслуг стал праздничный концерт, ну а День машиностроителя Беларуси отметят в ближайшее воскресенье.